Всем привет, вы находитесь на канале FastGuru TV, мы с вами продолжаем Fist Shadowed in Forged in Shadow Torch. Я не знаю, почему я постоянно путаю это название, давайте мы просто будем называть игру Fist, потому что это как бы есть аббревиатура, сокращенное название. Мы нашли искру, мы нашли последнее оружие, это электрический хлыст, который позволяет нам просто молниеносно перемещаться между противниками, что мне безумно нравится. Помогли Боу и его... жителям деревни выжить, ну, конечно, не всем смогли противостоять механизированным самураям, но как-то мы их там вывезли, и вроде железных псов больше на этой территории нет. А мы готовы отправляться со скрой обратно к Дюку и выяснять, что делать дальше, потому что вот касательно этой искры, самый большой для меня вопрос, опять же, искра, которая изначально была у Кью, мы знаем это по катсцене, не знаю, возможно, эта катсцена была не из... начало игры, это был какой-то, наоборот, тизер, это будет потом, то есть Кью как-то в итоге получит искру, но она знает про искру, где она, что она, куда она делала искру, где она сама, почему искра теперь находилась в какой-то шахте, ничего не понятно, оставила ли она ее там, вот хочется получить ответы на вопросы, вот она. Привет, глупый зайчик, мы снова встретились. Это ты? Чего тебе в этот раз? Ты помнишь, что ты все еще мне должен? Давай будем честными. Ты именно за этим пришла. Ты даже не знаешь, на что способна искра, да? Если бы я была на твоем месте, я бы не возвращала искру в город факелов. Никто не может противостоять такому желанию силы. Я так понимаю, ты тоже хочешь заполучить ее? А еще перестань, пожалуйста, наблюдать за мной, следовать за мной. Нет интереса в тебе. Просто дружелюбное напоминание. Приглядывай за искрой. Мне не нужно, чтобы ты напоминала. То, что я тебе должен, я отплачу. Не ответила на вопросы. Кто ты, блин, такая? Вот просто, кто ты, блин, такая? Вот кто? Хитрозадая. Железные псы пытались очень сильно пытались, чтобы забрать искру. А западные земли очень сильно пострадали в этот раз. Как только это закончится, я отправлю припасы и лекарства туда. Легион знает, что у тебя есть осколок. Цицерон сам за тобой придет. Но это избавляет нас от необходимости искать его. Не только Легион хочет заполучить искру. Неважно, насколько силен твой кулак, ты не можешь разобраться совсем самостоятельно. Ты же вроде говорил, что можешь содержать баланс в городе факелов. Что ты теперь предлагаешь? Помнишь большой взрыв? Искра так мощна. Я однажды подумал использовать ее, чтобы... чтобы сравнять город факелов. Это нанесло бы большой урон Легиону. А потом... крысиная банда захватывает Легион. Скажи мне, кто-нибудь здесь не пытается выжить? Я хочу, чтобы в будущем жители этого города управляли им. Если ты станешь на верхушку, то ты продолжишь говорить те же самые слова. Этот мир — это игра, где сильные делают правила. И в обмен сильные защищают слабых. Это разве не справедливо? Ты бы лучше доверил Легиону, а не своему виду.
Кстати, ты на что-нибудь, ну, кого-нибудь наталкивался? И принес ли ты искру? Что за вопрос? Приманка и подмен — это что-то, что крысиная банда очень хорошо знает и умеет. Ты заполучил ее? Что? Осколок, который ты принес, содержит что-то, что не очень понятно в этом контексте. Дай-ка посмотреть. В смысле, аутентификейшн. Искра! Наконец-то я ее получил! А. You fucking kidding me. Да не удивляйся. Все изменилось в тот момент, как только я получил искру. У него калаш? Теперь у меня есть сила подпитать... Теперь у меня есть сила выкинуть легион из этого города. Ты когда ты пытаешься перехватить искру, только я могу действительно понять настоящую силу ее. Ты будешь видеть историю вместе со мной, глупый заяц. Спустя все эти годы, наконец-то мое время пришло. Я стану новым солнцем в городе факелов. Это безумие. Искра тебя изменила. Безумие — это просто состояние разума. Жизнь слишком коротка, чтобы я ушел без боя. Давай. Пусть этот... Никто, кто живет в своем прошлом, сразится с величайшим. Я стану великим героем города факелов. У тебя что-то проблемы какие-то, явно. Я уничтожу легион от имени всех жителей этого города. Наконец-то готов. Теперь ты увидишь настоящую мощь искры, Рейтон. Я изменился. Мне не нужно подстирать за тобой постоянно, подчищать. Ты никто, даже Цицерон не сможет победить меня. Вперед, давай! Почему крысы всегда должны быть самыми слабыми? А почему ты за картой находишься? За камерой. Дружок. А, это так, это Сарона. Со своей придумать не можешь. Как тебе мои ракеты? Слабенько. Дважды? О, ничего себе, у него комбинация. Это, оказывается, есть. Он что-то умеет. Все мои, говорит, разочарования сияют спустя все эти годы. Как уворачиваться? Почему R2 не работает? Гребаный мусор! Это вот одна комбинация была только что. Я думал, там кусочек полоски этой. Ты не можешь победить мощь искры. Я не могу уворачиваться от ракет, вот это вот правда, потому что их тут слишком дохрена. С этим я готов даже согласиться.
Вот куда? Куда я должен был уйти здесь? Это вверх. Они с автонаводкой плюс-минус. Он смог. Понял. Проблема в том, что он даже убить меня может сейчас. Мало что могу с этим поделать. Я мертв. Я не увернусь сейчас, ну я не понимаю просто. То есть здесь есть пробел, да, но я не успеваю в него влезть. Просто принципиально. Окей. Так, а фолоудюк. Давай еще раз. Ракета прям просто не работает. Камон, давай. Сейчас попробуем еще с дрелью, когда он встает на месте. Может, там больше урона будет. Надо просто быстрее его убивать, пока он меня как бы не вынес. Ну да, вот тут втянуть урон — это прям отличная идея. Молодец, Рэй. Ну давай. Может быть, просто... Ну, неплохо. Как минимум. Как бы это урон. Нельзя к нему подходить. Еще Рейд обязательно должен понимать, где он находится, иначе так. Ага. Все равно не успел. Давай, 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 давай. Нормально. Сейчас убьем. Наверное. Я все могу. Да вот смог, офигеть, первый раз. Обычное ХП тоже так же тебе вынесу, если ты не против. Куда стреляет? Сам ты понимаешь вообще? Сдавайся, Дю. Все кончено. Эта силовая броня не поможет ни тебе, ни городу. Заткнись, ты ничего не знаешь, абсолютно ничего. Силой искры я смогу победить тебя. Победить Цицерона. Победить Легион. Дю был придурком, который был готов выбросить полностью свою жизнь за эту искру.
Как он мог вообще защитить других жителей этого города? Не парься, Рэй. Это не твоя вина. Его люди не знают правды. Ради всех жителей, крысиная банда должна держаться. Сейчас не время об этом думать. Что теперь? Легион выдвинулся, а искра взорвалась. Искра не одна такая. Предатель Цицерон уже ищет вторую. Подожди, откуда? Как ты оказалась в секретной комнате Дюка? Ты думаешь, что какие-то крысёныши могли узнать о шахтах западных земель? Это ты ему сказала. Чего ты хочешь? Присматривать за искрами была миссией клана кошек тысячи лет. Я планировал использовать Дю, чтобы добраться до искры, потом полностью все там закопать, но... Искра настолько важна. Без искры Дю был бы просто распространителем слухов обычной. Как стража искры, клан кошек видел на своем счету бесчисленное количество лунатиков-психов, которые готовы были отдать все ради нее. Существование искры всегда приносит разрушение. Помоги мне закопать этот секрет, пожалуйста. Почему ты доверяешь мне? Может быть, я тоже хочу искру получить. Таких, как ты, конечно, редко найдешь. Говоришь, есть еще одна искра? Есть еще одна в подводном озере. Мы должны добраться до нее до того, как Тессарон это сделает. Я должен найти. Глупый зайчик. Догоняй нас, когда... Додумаешься. Ты все еще мне должен. Помни об этом. Чего ты ждешь, придурок? Кью ушла. Ты хочешь, чтобы она одна с Тессароном сражалась? Я иду за ней. Чтобы попасть к подводному озеру, ты сначала должен попасть в подводную базу и найти кислородную маску. Не спрашивай, откуда я знаю. Иди за ней. Помни использовать радио, чтобы оставаться в контакте. Подожди, что ты планируешь делать? Не, мои уши не так чувствительны, как твои. Ты испугал меня. А, это значит, что мы теперь команда? Если я не буду рядом с тобой, то ты не сможешь ничего сделать. Я не хочу играть с тобой в прятки. Но серьезно, чтобы добраться до подземного озера, тебе нужно отправиться в подводную базу и найти кислородную маску. Вы с Урсу уже там все разобрались с этим. А, ты нас раскусил. В таком случае, я скажу тебе, что делать, как только доберешься до озера. Помни, используй радио. Эта команда полностью временная, я не хочу быть никак связан с тобой. Это разбивает мне сердце. Я думал, что ты закончишь эту миссию за меня, если я не вернусь. Хочешь сейчас отплатить мне свой долг? Увидимся в озере, глупыш. Так, мы сейчас где? Я хочу сходить в интересное место. Так, во-первых, дисков у нас, естественно, нет, потому что, ну, зачем? Буквально одной семьи нашли до левелапа потенциального. Ну, то есть что-то он мне сейчас даст? Но, наверное, только деньги. Да. Так, а подводная база это... Ага. Там еще что-то есть. Ну, пойдемся в наш телепорт, как они его называют. Хотя это не телепорт, конечно. Это просто какой-то транспортный узел, который соединяет локации, но да, телепорт звучит веселее. Так.
Ой, сейчас можно скины накинуть. Эй, вот ты где. Так. Че ты на меня так смотришь? Там фильм. А, ну, розовая дрель. Еще одна розовая дрель. Не, я ставлю морковку. Мне морковка больше нравится. Морковка прикольная. Так, это нам получается... Сюда? Или Ocean, даже. Та, которая не самая высокая. Просто вот сюда. Сейчас я не уверен. А, сюда. А почему там пройти не могли? А, я тут был, но тут, по-моему, электричество. Рэй, давай синхронизируем карты. А, я тут просто не был. Я на подводной базе. Где эта маска, о которой ты говорил? Кислородная маска. Последней модели устройства для... Ну, ребризер. Я отметил себе точное место на карте. Железным псам не нужно дышать, поэтому зачем на подводной базе есть такое устройство? Потому что это от самого великого... как он там, господи, инвентор, это... создатель, только инвентор, короче, Урса. С ним у тебя будет легкий доступ к канализации. Канализациям, к внешнему морю и к озеру. Теперь я понимаю, почему они все забрали. Хорошо, что я достаточно умный и поставил систему отслеживания. А язык уже заплетается на переводы. А, теперь по полной будем это использовать? Давай. О, это третий, по-моему, экстракт. Отлично. Больше хп. Хреново. Но это того стоило. Опс, что нажал вообще? Как это вышло? Ну, как бы, кто бы мог, да, знать, что у нас будет устройство, которое позволит нам дышать бесконечно под водой? Не я, нет, ни в коем случае. Тут целое ничего. Я нажимаю прыжок, Рэй, значит надо прыгать, Рэй. Рэй, надо прыгать, когда я нажимаю прыжок. Сука, Рэй, пожалуйста, прыгай, когда я жму прыжок, Рэй. Ну, Рэй, как бы, это, прыгать надо. Четыре раза просто игнорировал кнопку нажатия прыжка. Это что сейчас было такое? Рыбки, рыбки. Рыбки, рыбки. Кислорода нет, только рыбки, рыбки. Так. Потрясающая система, и чё? And what if I can't? Так, он тут есть электрическая стена, которая совершенно ничего мне... А. О, да, оказывается. Теперь мы умеем вот так. Интересно. Не было же дисков, да? Я в шоке, где их искать вообще?
Что ты делаешь? Но у тебя как будто там очень весело было, поэтому я пришел тебя порадовать. Тут гексапод. Новая модель. Мы раньше не видели, да, ни одного железного пса, который мог бы под воду ходить. Даже подводная территория защищена. Легион действительно стал силен за все эти годы. Да ты справишься, неважно сколько их там. Это все прекрасно, но тут... Такая штучка. Так, мы тут рядом... Нигде мы тут, рядом. Рядом с тюрьмой. Прям под тюрьмой. Так, ну как-то с этой штуковиной в воду лезть не хочется. Ой, это что будет, бусфайт под водой прям? И мне еще и туда сейчас прыгать? Без кислородной маски? Так, терминал, и надо сохраниться, кстати, терминал, как минимум. Это, о боже, ну вот, штука стоит на полу, именно поэтому я не могу просто взять и пройти, понимаешь? Какая преграда непреодолимая. Блин. Ну, почему она еще бэкает меня? Ну, Рэй, ну, тут нет такого удобного, типа, прыжка. Его всегда немного крутят вперед. Жирный кролик. О, господи, это вообще что? А как? Хотя нет, я знаю как. Вот так. Тут и арсенал близко. А, это вообще шорткат к арсеналу. Угу. Оказывается. Что? Не успеваешь за мной? Не успел ты, бедняга? Ой, ты... Блин, как же так, а? Как же мне жалко этого щитоносца. Нет, на самом деле, ненавижу их тварей. А мне вниз надо было все это время. Мы тут не пройдем к цели. Мне не хватает пальцев. Мне прям очевидно не хватает пальцев. Я не успеваю все нажимать. У меня несколько кнопок на уворот, прыжок, еще бить надо когда-то успевать. Вспомнить, что у меня комбинации там какие-то есть. Ну,
А, давай сходим уже. Это просто... какая-то бонусная комната, возможно, с переходом. А, или нет? А, ну переход. А, и дверь, которую я бы не открыл без этого. Окей. Опять ты. В этот раз ты должен меня отпустить. Ну скажи мне давай. Если в этот раз навредишь мне, значит... не было никакого смысла в том, что ты в прошлый раз меня отпустил. Ну, значит, пусть это будет бессмысленно. Я встаю в 7 каждое утро, завязываю свой галстук. Ну, только не завязываю, вы поняли. Потом иду на энергетическую станцию, 8 часов заряжаюсь, иду... подбираю 4-часовую временную батарею, начинаю работать 8, должен... проверять, инспектировать и отслеживать ростер миссий у 1000 солдат ежедневно. Хватит говорить. Для жителей мы враги, металлические псы. Главам легиона мы просто шестеренки в механизме, которые работают. Патрулирование и отчеты требуют слишком много энергии. Мы должны оставаться на постах, даже если у нас нет энергии или у нас какие-то старые компоненты. Заткнись уже. Хорошо, перед тем, как я заткнусь, я повторю еще один раз. Цивилизованные жители... цивилизованный житель, пожалуйста, отпусти меня по очень важному делу. Хорошо. Whatever you say. Я надеюсь, мы встретим его еще раз. Он слишком угарный. Так. Вот, и теперь мы можем спуститься вниз. Ибо эта дверь была закрыта. Мы сюда еще не спускались. Вот щитоносцу не повезло, конечно, с тем, что он щитоносец. Ну да, мне под воду. Опять. Вообще двигаться под водой и сражаться, тем более под водой, мега неудобно. Я все-таки надеюсь, что сражение с этой махиной, а оно явно будет, как-то будет происходить в более удобной для меня обстановке. Либо что у меня с кислородной маской внезапно куча способностей новых появится под водой. Знаешь что, пока. А я, кстати, умру здесь. Это так, просто для информации. Если внезапно не будет найден хил. Так. Надо сломать. А, ну и щитоносец. Хил, пожалуйста. Чё так везет-то мне, а? Что мне сюда еще оказывается и не надо. Ребят, деньги, поверьте мне, вот деньги, которые вы мне дали... самурай, да тем более! Они закрыли дверь! Слушайте, если вы думаете, что я сюда вернусь, вы, конечно, наивны очень, да? Да куда я должен был здесь уйти-то? У меня один рывок, сверху паук, и этот стоит с мечом. Да пошли вы в задницу, господи. С такой комбинацией противников, конечно, да. С кем я должен сражаться вообще? Чего вы несете? Такой бред. У меня 3000 денег. Зачем мне еще?
Судя по всему, сюда. Я не знаю. Тут есть воздух. Тут есть воздух. Вот если что, у меня после этого сундука стало 300. А я не умею. То есть получается и не сюда. То есть я проплываю туда направо. Потом еще чуть дальше. Там еще диск есть, кстати. Спрятали вон. Может, тут в последний момент воды не будет? Ну плыви, Рэй! А, и вот мне теперь вперед. Я просто задержался на вот этих великолепных созданиях. Тунг-тунг. Кислород! Сейчас, подожди, сейчас я смогу, как ты, находиться под водой бесконечно, и там поговорим. Усныкалась, блин. А, окей, как скажете. План был не в этом. А, пока. Только не вверх. То я знаю некоторые суицидальные наклонности Рэя. Фу, это только чтобы получить инструмент, чтобы залезть в другую локацию. Вот это вы, конечно, намутили. Чтобы получить спарк, а Цицерон, ну, явно будет не около этого спарка. Мы, конечно, с ним встретимся, но я думаю, что куда-то еще придется лезть там к нему. Как вы себе это вот сюда представляете? Так. 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 Не заметил. Так. Медузка. Сплави куда-нибудь от меня, пожалуйста, подальше. Видишь, у меня дрель за спиной. Я тебе потом... покажу, что такое суши. Тебе понравится. Отвали отсюда!
отлично. Так, теперь вниз, скорее всего. О, прикольно. Это возможный путь отхода. Не очень понимаю, что это. А. Заметил сначала, думал, что это штуки какие-то. А, стоп. Так это... А, все понятно. То самое место, которое меня чуть не убило. Так, а тут еще есть что-то снизу. Я не знаю, укрутись отсюда, ты... Главное, что я много двигаться могу там. Главное, что я могу бить его. Главное, что очень-очень прекрасное место для такого противника. Шел он. Это не... Кстати, можно... Смотри, вообще даже не драться с ним можно. Ну, если бы только дары. Ну, правильно кидал у противников в стены. Понимаю. Понимаю. Ну, да. Так я и хотел, наверное. Да, блядь. Да, Рэй, пожалуйста. Я не знаю, но у него хитбокс реально больше, чем он. Или у штуковин хитбокс больше, чем он. Я уже не знаю. А, это... Я должен был знать. Я должен был знать, что это просто развод на вот эту штуковину, которая... Вообще не нужна мне, просто. Так, а как мы теперь? Так. Обратный порядок действий. Спасибо. Остановимся на этом. Я, правда, сейчас умру? Ну, это так, детали. Прокачка не тут была. Где терминал с репейром? Очень надо. Вот он. Ха-ха-ха-ха. Сейчас подождите, голубки. Я уже иду. Отдыхаем. И вот не факт, что я здесь смогу дышать сейчас. Я не понимаю, что тут под водой какой-то свой геймплей. О, ага. До свидания. Давай маску заберем, там потом уже вся эта подводная история будет проще. Потому что там, где под водой надо, ну, ждать, я особо не могу себе позволить. Я, ну, умираю со временем, нет кислорода.
Иди ко мне. Запрыгивай внутрь. Потанцуем. Следующий. Здесь для тебя все закончится, Тифон. Кто бы знал, что он так встает? Что это значит? А, ты будешь своих ничтожеств выставлять. Это очень мило, конечно. Ой. А, это твоя зверушка, оказывается. Намек понял. Но тебе это не поможет. Я могу как-то бить его, нет? Попрыгивай ко мне. Рай, треугольник. Понял, опознан. Нет, треугольник. Нет, только не самурай. О, лазер, давай, давай, давай. Ну, только не по мне. Уже додеремся. Эрген слэш. Проблема в том, что зверушка все еще живая его. Я получил маску. Ну как? Гениально? Хексапод ушел, правда. Цицерон скоро узнает, что я сюда проник. Нам тогда лучше торопиться. Наш следующий шаг — это подземное озеро и искра. Свяжись со мной, когда доберешься до озера. Маска делает ровно то, что, о чем говорит. Я просто дышу под водой. Я новых умений не вижу. Не, вот это вот не работает.
Может быть, знаешь, воды здесь не будет. Может, мы что-то сотворим такое, что внезапно вся эта вода куда-нибудь уйдет. Так, ну мы, наверное, докуда? Там у нас есть, по-моему, точка перемещения где-то. Там есть метро. Метро это не то. Ну, мы как можем? Самый быстрый путь. Видимо, телепортироваться наверх, потом по канализации спуститься вниз. Сейчас просто до телепорта дойдем. Да, к сожалению, метро так не работает. А может, стоп. Возможно, там есть другой путь. Я же могу через метро доехать, правильно? Соответственно, там должно быть... Там коннекты какие? Метро вот здесь. Метро вот здесь. Но тут нет быстрого перемещения. Ну да, только так. Благо, канализация все уже зачищена, ничего тут нет. Сюрс, так эпично, как будто не решено. Босс, конечно, не настолько разнообразный, как мне бы хотелось. Но тут можно разделить просто. Действительно... А, сюда не стоит тут плавать. Я забыл. Кислородную маску дали, все, я теперь водоплавающий заяц. А, надо, ну, уметь разделять здесь боссов. То есть тут есть такие, где просто арена слева направо, и ты уворачиваешься, он такой же, как и ты, делает какие-то рывки. Они тут все такие похожие, да, там командиры. Сильные ребята в своих локациях, можно так как назвать. А есть, ну, уникальные, да, типа ядра того же. Все-таки странно, что тут гексапот или гексагон, как они его назвали. Ушел, мне кажется, мы с ним как-то должны еще встретиться. Может быть, как раз в озере он сможет попасть туда. А что, не исключено. Я бы посмотрел на бусфайт с ним. Все, и направо. Озеро там давно уже нашли здесь. Ну что же, как-то так. Эй, глупый, что ты тут? Это я. Я в подземном озере, но я тебя не вижу. Ну, прости, мне тут ситуация нарисовалась. Шутки в сторону, открой карту. Я пометила тебе назначение. Древний комплекс защищен... А точнее, древний комплекс охраняется кошачьим кланом. Я буду ждать тебя там. Но для начала ты должен найти особую искру. Это ключ к воротам. Опять искра. Не волнуйся, глупыш. Страж искры не будет тебе врать. Я буду ждать тебя. Принял. Ты такой наив. Ты такой наивный, глупыш.
Иногда, видишь, уже говорю вроде русское слово, но говорю и в английском. Так мы тут, типа, я спускался в Ancient Complex, но нам нужен осколок. Искра нужна. Что ж, как скажете. Мы все еще не были вот здесь. Coastal Fortress. Ну да ладно. Что ж, предлагаю пока что на этом закончить. Ставить озеро и искру на следующую серию. На этом пока что все. Так что если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Мы с вами увидимся в следующей серии. Всем пока.